снять клип, как Шамар 70-летний и старики, и этот Матюх Сергей Васильевич играет в игру «Резиночка». Обычно это девчонки играли в детстве. Вот так одевали на себя резинку и прыгали. Мы все из детства, из игр. Игры. Штендер-пендер, догонялки, прятки, индейцы. Все играли. Резиночка. Классики. О. Классики. И для нас было чудно деньги. Это что-то было такое страшное в детстве, деньги. Даже брать их нельзя, в руки было. Вот так были приучены мы в детстве. По жизни играючи и идти. Бог любит того, кто играючи идет. Не карты такие злые, настольные, что придумали новые русские подонки. В Египтах жрут, пьют, режут, убивают. Злодейство — это вообще страшно было в наши годы. С тех позиций детей, которые играли в индейцев, в резиночку, играли в штендер-пендер, кидали мячиком в жопки, вот так садились, ногу поднимали, отбивали. Если поймаешь дарка, мячик. Играющий. Бог любит и дает все прелести жизни тому, кто вот так играющий идет в жизни. По жизни. В этом что-то подумал я. Играючи. Играть, играть, двигаться. Не сидеть, играть карты в нарды. Это тяжелые игры. Для злодеев. Как-то такие мысли прекрасные о детстве, что человек должен быть как в детстве, так играючи.